ребят, всем спасибо. Михалыч вышел на связь. Михалыч, ты прям вовремя, только трек закончился, и ты сразу звонишь. Я же слежу за происходящим. А, ты ощущаешь на этом, как его, энергетическом уровне, да? Во. О, ты уже голенький. Голенький? Сейчас я тебя выведу, подожди. Рано сиськи меняешь, Михалыч. Рано? Да. А, так тут тебя же можно растягивать на весь экран, что я тебя в угол прячу. Я же совсем не уже это. Ну, все, да. Ребят, Михалыч вернулся. Я похож на это, на Полуянга. Покажи хоть, а, сауну не будешь показывать, спалишься? А? Сауну не будешь показывать, спалишься? Да, я тут тоже поймет. О, ты как этот, как качок умеешь делать. Да? Разный, по-разному умеешь, сперва левый, потом правый. Слушай, в натуре. Не растягивай его. Гурген начал песни заказывать по 500 рублей. Но потом Никита подключился. О, Гурген еще одну песню заказал. Он последнюю песню заказал, больше не будет. Лех, давай, пожалуйста, последнюю. Не, песню. Михалыч, только не подпевай, он попросил. Последняя песня дает слово. Последняя песня, и больше он не будет заказывать песню. И не подпевай, он просит. Все, тихо, без вопросов.